Всем привет! Так как мы теперь поставили задачу параллельно с изучением Linux выращивать админов, готовить админов к реальной жизни, я буду выпускать, наверное, одно видео общеобразовательного плана, одно видео по Linux. То есть Linux мы никуда не откладываем. Я хочу сначала разобраться поэтапно с аппаратной частью, то есть сначала мы разберемся теперь со всем железом, и затем сделаем видео по тому, что должен знать админ в следующей какой-то области. По железу начнем разбираться с центрального процессора. Безусловно, нужно понимать, что такое центральный процессор, разбираться в текущих процессорах, понимать, какие у них есть характеристики, как их сравнивать, какие есть плюсы и минусы, и вообще, что о них нужно знать. Для того, чтобы разбираться в современных процессорах, нам придется пробежаться по истории процессоров. Я не буду вас особенно грузить какими-то историческими сведениями, это все можно найти в интернете, я просто основные моменты вам покажу, расскажу, потому что, зная их, можно легче понять принцип работы современных процессоров. И когда мы, наконец, уже в скором будущем, наверное, перейдем на какие-то биотехнологии, нанотехнологии, у нас полностью изменится элементная база, мы будем понимать, чем новые поколения процессоров отличаются от того поколения процессоров, которые используются у нас сейчас. У нас, в принципе, процессоры с момента электронных реле не слишком сильно изменились. У нас просто улучшилось возможность технологического процесса, у нас стали теперь это все минимизировано упаковывать в более такие пространства, емкие, меньше все потребляет энергии, меньше нагревается, но принцип работы суд тот же, поэтому мы начнем с истории процессора, сейчас быстренько по ней пробежимся. Разбираться с железом будем потихоньку, сначала разберемся с историей, а потом будем говорить о текущих возможностях и настройках. Сегодня все, что нам пригодится, есть в презентации, будем говорить об истории 40-х по 60-е года, я немного поговорю еще о принципах построения процессора, но не сильно. Само собой, я это все никак не придумал, я понадергал из интернета информации, все полезные ссылки я вам дам в описании видео, и на сайт я тоже, наверное, выложу всю информацию, плюс на сайт я выложу презентацию, как разберемся с центральным процессором, я вам сделаю какое-нибудь тестирование по центральным процессорам, по текущим, по актуальным, по разным. Итак, поехали. Значит, для начала нужно поговорить о том, что первые процессоры в том понимании, о котором мы будем говорить, появились где-то в 40-х годах 20 века, и тогда они работали у нас на базе электромеханических реле и стандартных вакуумных ламп, как в телевизорах. Значит, нам, как бы, мы все это знаем, то, что они были на базе реле и ламп, но не совсем понимаем чаще всего, как это все работало. Значит, вот у нас на картинке слева реле, справа лампа. Реле – это у нас просто такая управляющая, будем говорить, железка, которая пропускает или не пропускает ток в зависимости от управляющего сигнала. Оно, по сути, состоит из катушки, стержня и некого якоря на пружинке. Я вам дам описание, очень хорошее, какой-то человек написал на сайте goradio.ru, очень хорошо описал, какие бывают реле и принципы их работы. Лампа, по сути, то же самое. Это и диод или триод, хотя, конечно, там может быть еще и конденсатор и все что угодно. Она точно так же пропускает или не пропускает ток в зависимости от управляющего сигнала. Чаще всего состоит из катода, анода, сетки. Внутри лампы еще, ну, у нас чаще всего вакуум, но бывает газонаполненные лампы. Для чего нам все это нужно? Компьютеры нас понимают нули и единички. Они работают в двоичной системе счисления с незапамятных времен. Двоичная система счисления проще сделана именно на уровне элементной базы, потому что нолик или единичку – это всего два состояния, и просто очень сделать элементы, которые будут находиться всего в двух состояниях. Чаще всего это есть ток единичка или нет тока ноль. Поэтому у нас, в принципе, с момента реле и ламп ничего и не изменилось. У нас и нули и единички получаются по состоянию есть ток, нет тока на базе транзисторов вот этих вот. Транзисторы появились позднее немножко, но реле и лампы делали все то же самое. Переключались из одного состояния в другое и, соответственно, давали нолик или единичку на выходе в зависимости от того, что у них было на входе. Тогда, конечно, это все было посложнее. В тот же момент у нас применялись ферритовые сердечники в роли запоминающих устройств. Это просто такое отступление лирическое. Мы говорим о процессорах, но просто нужно знать, то, что тогда в качестве запоминающих устройств были такие ферритовые сердечники. В них были ферритовые кольца, вставлялись в прямоугольную матрицу. Через каждое кольцо проходило от 2 до 4 проводов для считывания записи информации. И такая память на сердечниках использовалась где-то до середины 70-х годов. Для того, чтобы компьютеры функционировали на базе вот этих микросхем с реле и с лампами, нужно было очень много процессоров, и компьютер занимал огромное пространство, вообще достаточно большую комнату, потреблял огромное количество энергии, выделял огромное количество энергии, работал, само собой, медленно. Например, было такое поколение IBM 700-я серия, это вот часть процессора IBM 700-й серии, которая работала на лампах. Вот у вас на картинке он есть. В 50-х годах уже стали использовать, наконец, транзисторы. Это уже современный вид транзистора, тогда они были немножечко пострашнее, но не суть. Благодаря использованию транзисторов получилось ускорить работу чипов, снизить электропотребление, снизить энерговыделение и немножко повысить надежность. С
Теперь что такое транзистор? Транзистор, по сути, то же самое делает, что реле или лампа. Это триод с полупроводникового материала, с тремя выводами, который точно так же, в зависимости от входного сигнала, дает что-то на выход. То есть делает то же самое, в принципе, что лампа и реле в тех электронных схемах, просто занимает намного меньше места и намного меньше жрет электричество. То есть произошла такая оптимизация компонентной базы. Например, в IBM серии 7000 уже стали использовать транзисторы и намного меньше стало занимать их мейнфрейм IBM-овский. Транзисторы потихонечку у нас монтировали на платы, которые похожи, в принципе, на современные платы расширения. Эти платы устанавливались в стойки, и процессор состоял из таких нескольких стоек, из нескольких шкафов, в которых были воткнуты вот такие вот платки. Опять же, выросло быстродействие, повысился уровень надежности, уменьшился уровень потребления. Вообще, нам нужно понимать еще раз, для чего нам нужны все эти транзисторы. Опять же, немножечко отвлечемся. У нас есть такая штука, как комбинаторика. Но тоже это не очень нам сегодня имеет отношение. Но суть в том, что есть у нас логические схемы, которые позволяют и в двоичной системе исчисления проводить какие-то измерения. Там у нас есть конъюнкция, дизъюнкция, опять же, я вам ссылку дам, отрицание, вообще несколько различных операций. И мы при помощи транзистора можем реализовывать все возможные логические схемы. То есть у нас есть с вами возможность суммировать, там, делить, вычислять, что угодно делать, запоминать. Все это делается на базе логических элементов. И вот на базе транзисторов можно вот такие логические элементы реализовывать. Например, вот у нас на картинке есть принципиальная схема инвертора, как у нас нолик меняется на единичку, а единичка меняется на ноль. Это уже потом появились у нас транзисторно-транзисторные логики серии чипов. В этих чипах были у нас транзисторы, и там было несколько ножек, и в зависимости от того, что мы подавали на одну ножку, и в зависимости от того, что это был за чип, мы имели что-то на выходе. То есть нам важно понимать то, что мы точно так же, как вот в 40-х годах работали с ноликами и единичками, продолжаем делать все то же самое до сих пор, просто у нас это все находится в гораздо меньшем масштабе. А так принцип работает тот же самый. В 60-х годах стали использовать интегральные схемы, и это позволило создавать микрочипы с расположенными на них транзисторами. То есть вот уже это тот этап, когда стали создавать чипы компьютерные, и где внутри уже были транзисторы, то есть не было отдельных транзисторов, впаянных в плату. Процессор, опять же, продолжал состоять из нескольких таких схем, но так как уже транзисторы были расположены плотнее, то у нас эти схемы занимали все меньше и меньше места. Кроме того, у нас в эти чипы стали постепенно использовать технологию транзисторов на кристалле и все больше и больше транзисторов туда запихивать, и опять же у нас количество схем сокращалось. Про транзисторы на кристалле скажу в следующий раз. Значит, тут нужно сказать то, что у нас ранние компьютеры продавались без программного обеспечения, это очень важный момент, и когда у нас стали появляться операционные системы, имелось 4 различных архитектуры в принципе компьютеров, мейнфреймов, и это было серьезной проблемой для IBM, наверху у меня ошибочка, это не IDM, это IBM, и это стало проблемы для IBM, потому что нужно было иметь 4 абсолютно разных подхода к программированию. Например, вот та самая серия 7000, о которой я уже сегодня говорил, где у них были и лампы, и транзисторы, и реле, по-моему, уже не было, было совершенно несколько разных способов хранения информации и команд, то есть совершенно разный подход ко всему этому, вот на слайде вы видите. И в 64 году у нас IBM выпустил новую серию мейнфреймов, это IBM System 360, и тут уже произошел такой прорыв. Это впервые компания IBM сделала так, что у них все процессоры, вся линейка различных процессоров поддерживала один и тот же набор инструкций, что это такое, сейчас скажу. И это позволяло нам писать программное обеспечение, которое работало под управлением любой модификации вот этой IBM 360. И эта особенность позволяла нам использовать недорогую модель, и когда нам нужно было как-то апгрейдиться, мы могли купить себе более дорогую модель вот этого всего железа, не меняя ни операционной системы, ни программного обеспечения. И IBM 360 из-за этого стал очень хорошо распространен, и изобретенные для нее 8-битные символы и 8-битный байт стали стандартом. До этого у нас байт был 6 бит, что интересно. И только с появлением IBM 360 у нас 1 байт стал составлять 8 бит, потому что именно этот подход использовался в IBM 360. И этого обычно никто не знает. Кроме того, там использовалась 16-ричная система исчисления, которая постепенно вытеснила ранее доминировавшую 8-ричную систему исчисления. И тут же я скажу про процессорные инструкции. Опять же, мы не будем сейчас глубоко погружаться в архитектуру микропроцессоров, это отдельные курсы в институтах. Суть в том, что есть такое понятие процессорная инструкция, которая определяет то, как ведет себя процессор. Это система команд, которая говорит процессору, как производить вычисления. Одна инструкция может содержать как одну операцию, так и большое количество различных операций. То есть есть у нас различные процессоры, которые работают совершенно по-разному, которые умеют делать одинаковые операции совершенно разным способом. И то, как они это делают, именно и определяют эти процессорные инструкции. Например, вот в IBM 360 у нас процессор являлся CISC.
решением. CISC – это Complex Instruction Set Computing. Процессор с такой архитектурой, он имел сложные инструкции неодинаковой длины. Выполнение такой инструкции может проходить быстрее одиночной, чем несколько таких инструкций параллельно. Но при этом у нас есть недостатки. Это высокая стоимость аппаратной части и сложность с распараллеливанием вычислений. То есть это первое поколение процессоров, они были все, по сути, CISC-решениями. То есть тогда не было стандартизации, могли быть длинные инструкции, могли быть короткие инструкции, и поэтому не было как бы такого стандарта. Потом у нас появились RISC процессоры, которые у нас есть на картинке. Они еще не появились в то время, о котором мы говорим в этой презентации, но просто о них сейчас упомянем, потому что потом появились еще и еще, о них тоже будем говорить. Значит, RISC — это Reduced Instruction Set Computing. Это процессор с сокращенным набором команд. В нем команды имеют упрощенный вид, они все одинакового формата и с простой кодировкой. Это такая архитектура процессора, в котором у нас быстродействие ускорилось. За счет упрощения инструкций декодирование было простым, время выполнения меньшим. Первые процессоры RISC, они даже не имели операций, ну, инструкций для умножения и деления. Они просто вычитали и складывали, и тем самым добивались результата сложения и деления. RISC инструкции были намного проще, и поэтому для их выполнения требовалось намного меньше логических элементов, тех самых кондукторов, дезинкторов, которые были у нас на слайде с логическими схемами. И это снизило стоимость процессора, но это все впереди, это еще не 60-е годы. Последнее, о чем мы хотим поговорить, это компания DEC, Digital Equipment Corporation, и у них была линейка компьютеров PDP. Они основали свою фирму в 57 году, и в 60 году выпустили свой первый мини-компьютер PDP-1. Это 18-битная система, и она занимала всего лишь часть комнаты, в отличие от IBM-овских вот этих громоздких решений. В компьютер был интегрирован LT-монитор, и опять же интересно то, что на этом компьютере работала первая в мире компьютерная игра Space War. Вот она у вас на картинке в этом электронно-лучевом телевизоре, практически в осциллографе. Отличительная архитектурная особенность PDP-8, у нас, правда, на картинке PDP-1, но не суть, вот он. В ней был процессор PDP-8, и там было интересно то, что было всего 4 12-битных регистра, которые использовались для задач различного типа. О регистрах тоже будем говорить в следующий раз, я не стал вас уже загружать. И при этом процессор содержал всего 519 логических вентилей. Логический вентиль – это у нас элемент цифровой схемы, который выполняет элементарную логическую операцию, то есть нам превращает нолики в единички. Архитектура таких процессоров PDP у нас повлияла на устройство процессоров следующего поколения, именно поэтому мы о них сейчас поговорили. Вообще, вам бы здесь желательно еще узнать об операциях с плавающей точкой, но тут уже на пальцах не рассказать. Тут очень хорошая есть статья на Хабре, я вам тоже ее в описании к видео включу, прочтите, возможно, вам даже удастся понять, о чем тут речь, потому что некоторые процессоры у нас поддерживают операции с плавающей точкой, а некоторые не поддерживают. Может быть, вам показалось, что какие-то темы не раскрыты, что-то мы не узнали, что-то вы не поняли, задавайте вопросы, пишите. Мы сейчас так поверхностно пробежались по зарождению процессоров. На следующем уроке пробежимся практически по всем промежуточным процессорам, потом будем говорить уже о линейках современных процессоров.